Активные строительные работы идут в многоквартирном корпусе поселка Знаур. Большая часть работ выполнена. Строителям удалось перекрыть кровлю дома, начались внутренние работы. Рабочие в отдельных помещениях здания приступили к укладке кафеля. Я сантехника, электрика, аресташедесте. Кафель мы шпаклевка, мы делаем кенач. Кусочек, мест кафельчик, это еще пар бригада. Мы и не это сантехкульта. По плану в 18-квартирном жилом доме, строящемся в рамках инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию республики, предусмотрены двух- и трехкомнатные квартиры, а также благоустройство территории корпуса. Что такое? У меня планировка инкена. Мы бордур варен райдаджустан. Хаджарал варс. Уже пары бриксы вартам на отпуск мешаттеву. Благодаря строительству жилых домов в районе будет устранен один из актуальных на сегодняшний день проблем. Генеральный директор строительной фирмы «Престиж» Инал Беппиев отметил, что по графику планируется сдать жилой дом в эксплуатацию в первом квартале 2024 года. Алена Алтаева, Заур Устаев, Фатима Кумаритова. Информационный выпуск сегодня.